Друзья, всем привет, вы на канале Орда Арт Клаб, я ведущий Вадим, и сегодняшний влог будет посвящен моей двухдневной поездке в Самару. И скоро вы узнаете, зачем мне рубашка, погнали. Всем снова привет, и вы на канале Орда Арт Клаб. Вчера было награждение студенческой премии Самарским университетом студентов, которые отличились в каких-либо отраслях. Рада приветствовать вас на ежегодной торжественной церемонии награждения премии «Студенческая премия Самарского университета». Моя девушка, к сожалению, не получила награды. Вообще, я хочу сказать, что организаторы и те, кто проводил мероприятие, сделали довольно-таки все красиво. В стиле, или даже, я бы сказал, в духе таких а-ля шведских мероприятий, все по приглашениям, был введен дресс-код. К сожалению, осталось мало кадров с мероприятия. Мой канал, он как бы и немножко о моей жизни, поэтому я просто хотел заснять один день такой маленький, или два дня из жизни, вот в момент, когда я как раз-таки прибыл в Самару. К большому моему сожалению, часть кадров была потеряна из-за того, что звуковая дорожка не записалась. Возможно, шлейф от микрофона отошел. Я хотел сказать джек. К приезду в Самару, естественно, я и снял квартиру. Я не знаю почему, но просто находясь в этом городе, я испытываю удовольствие. Возможно, это из-за того, что Сызрань город маленький, и здесь просто много народа. А может быть, потому что здесь более кинематографично? Я не знаю, но что-то внутреннее манит меня к этому городу, и я необъяснимо его люблю. Хотя, конечно, вода из-под крана здесь, но вы понимаете, о чем я, те, кто живут в Самаре. Также, друзья, сегодня я уже возвращаюсь, как я уже сказал, в Сызрань, и у меня по плану небольшие съемки клипа. У меня знакомые парни, которые пишут свою музыку, я помогаю им в снятии клипа. Для меня... Я хочу с тобой остаться до утра. Это что за беспредел? Это что за беспредел? Это что за беспредел? Если кому-то очень интересно посмотреть на мою работу, заходите к нему в профиль в Инстаграме. А мы будем потихонечку собираться в Сызрань.